Мотострелки и танкисты Южного и Центрального военных округов провели маневры по окружению и уничтожению условного противника. Мероприятия прошли на полигоне Серноводское в Ставропольском крае в рамках учения «Кавказ-2016». Кроме того, военнослужащие продемонстрировали свои знания по основным общевойсковым дисциплинам, в том числе при быстром выборе и занятии огневой позиции, создании фортификационных сооружений, преодолении минно-взрывных заграждений и нанесению максимального огневого поражения условному противнику. Контроль за движением и развертыванием войск подразделений осуществлялся с помощью беспилотников.